Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Fallout 4. У нас идет строительство дома, а точнее его благоустройство. В прошлой серии мы с вами его построили, в этой серии мы его благоустраиваем. Так, это все разбираем, это все нафиг не надо. Так, все разобрать. Это что такое вот? Жевательная резинка, все соберем. Это все соберем. Так, муха, блин. Разбираем. Все разбираем. Вторая миска нам точно не нужна уже. Вот вешалку, вешалку, я думаю. А, ее только разобрать можно. А вот коврик. Коврик я себе заберу. Кстати, а вот здесь вот коврик я не посмотрел. Они одинаковые, да? Они везде одинаковые. Ну вот уже кто-то нассал тут на пороге. Наверное, Динго наш. Второй коврик тоже стырил. Мы вообще вот так вот тогда сделаем. Так, ты закройся. А ты такой маленький раз. Давайте вот так вот сделаем. Ну, в общем, как-то так вот. Ну. Вот жалко, что при в таком режиме в мастерской нельзя бегать. Очень неудобно. Долго все перемещаешься. О, ножницы. Ножницы. Что-то непонятно. Так, я там... Стоп, я нашел там что-то. Все разбираем нафиг. Сейф нельзя забрать, да? Жаль. Я бы себе сейф поставил. Так, машинку возьмем. Сама разберется. Давайте это сохраним. Мало ли, поставить куда. Так, здесь поднос все заберем. Здесь мы все тоже заберем. Так, телек у нас есть, по-моему, да? Давайте-ка этим поставим тоже телек. Пускай смотрит. То я сейчас чую, поставлю дом, и все ко мне будут ломиться бегать.
А да, я сериал посмотрю. Нет, я хочу мультики посмотреть. Переубивает друг друга. Так, ну-ка, нужна нам. Так, это тоже все надо нам. Все нам надо. Ну, блин. Так. Я думаю, эта серия тоже будет полностью строительство, так что если кому-то не нравится, так что пропустите эту серию просто. Эй, тук-тук. Ладно, пока здесь поставим. Интересно, где-то ящики висящие можно разобрать, а где-то нет. Странно как-то. Так, вот это вот по-любому. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, стопэ, куда ты садишься? Ну-ка, давай, встал, быстро. Ну. Это мы забираем. Я, наверное, сейчас сделаю по-другому. Да. Я не буду так таскать сюда все это. Я помещу сначала все в мастерской. А мастерская-то у нас уже ближе. Мы от нее уже переместим к нам в дом. Вот и все. Точно. Точно. Так и будет. Так, это мы разберем. Так, здесь все. Так, уйди, а то я тебя тоже разберу. Так, это сохраняем. А это все разберем. Это сохраняем. А это разберем. Мне не нравится это. Разбираем. Тоже разбираем. Так, это нельзя. Тоже нельзя. А это разобрать только. Так, это разобрать. Это у нас стол уже есть. Стул есть. Тоже нафиг не надо. Я не знаю, нафиг он тоже все это разобрать. Так. Мы одно, наверное, дерево только оставим, тут самое большое посередине. Для красоты, остальное все берем. Нафиг оно надо. А потом несколько домов построим и в отдельной серии уже будем народ сюда призывать. Правда, не знаю, чем они тут будут заниматься. Но это уже отдельный разговор, и будем сами разбираться в следующей серии. А пока мы строим дом. Давайте это сохраним. Прикольно вроде бы. Так, ну-ка, диванчик. Давайте сохраним тоже. Стол. Тоже сохраним.
Это разбираем все. Ладно, уж тебя тоже сохраним. И тебя сохраним. Ух ты, и тебя даже. Тебя нет. Тебя, да? И тебя, да? Разобрать. Тебя нафиг тоже разобрать. Разобрать. Так, это что такое? Что за мусорка такая? Что за свалка у нас тут? Банку, все это разбираем. Ну тебя, ладно, сохраним, мало ли что тут. Тебя тоже сохраним. Коврик сохраним. Это что такое? Подушка с соломой. Разберем. Дверь ванной. Конечно, разобрать. Так, сохраним. Так, тебя по-любому сохраним. Так, стоп, а вот у вас мясо. Мясо надо собрать. Надо из вас мясо. Потому что будем супчики готовить. Так, это все сохраняем. Так, здесь пусто. Чё, пупс? Так, ну давайте сохраним. Это сохраним. Это что такое? Вес твоего. Давайте сохраним, я не знаю, это разберем. Сохраним. Тоже сохраним. Так, уйди. Так, хорошо. Открываем. Nice. Отлично. Теперь посмотрим, можем мы это все разобрать, нет? Хо-хоу! Можем. Разбираем все. В принципе, я не знаю, можно оставить тенечек хоть какой-то будет. Это мы все. Так, вот это вот. Нет, разберем нафиг. Так, скамеечка, да? Тут у нас бревно. По-моему, тут ничего нет, да? Нет, тут ничего нету. Давайте вот эту вот скамеечку все соберем, поставим там беседку какую-нибудь. А, это нельзя, к сожалению. Печально. Но это... А, это даже разобрать нельзя. А почему? Странно. Так, это мы разбираем, а это забираем. Так. Так, здесь, по-моему, забирали. Ух ты, я ничего не забирал.
Так, это мы сохраняем. Это мы сохраняем. Тумбочку тоже сохраним. Так, это мы сохраним все. Так, мы это сохраним пока. Это пока тоже. Разберем. Сохраним. Разберем. Разберем. Сохраним. В принципе, я сохраняю. Он все равно, как я и говорил в прошлой серии, он сам потом разберется, если надо. Так, а это что такое? Собачьи консервы. Блин, почему нельзя собачку кормить? Я бы с удовольствием ее сейчас покормил. Так, что у нас тут? Это коврик сохраним в ванну. Опа, стоп, 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 что тут было? Давайте сохраним. Удочка тоже сохраним. Мало ли тут может рыбачить потом можно будет. Я не знаю. Опа, еще один. Смотрите-ка. Смотрите-ка. Вот так вот. Yes. Так, патроны, пистолет. Отлично. Блин, надо было сохранить. И поспешил, я поспешил. Так, это ничего нельзя. Так. Вот это вот надо убрать. Доставим. Это разобрать. Все равно надо будет электричество потом отдельно все проводить. Блин, надо какое-то бомбоубежище от этой грозы делать. Даже прямо не знаю. Так, сохраняем пока все это. Тоже сохраняем, сохраняем. Каждый дом по телевизору поставим, пускай смотрят, нам не жалко. Так, весы. Нафиг нам. Не, разберем. Конечно, сохраняем. Все, да? Так, и все. Так, а компьютер можно забрать? Нельзя. Так, ну мы сейф, по-моему, смотрели с вами, да? Да, сейф мы этот открывали. Его мы разбираем. Так, ну это мы... Давайте сохраним, пускай стоит. Так, это сохраним. А, это нельзя сохранить. О, коврик такой я сохраню по-любому. Разберем, сохраним,
пускай тоже сохраню. Так, по-моему, у нас тут сзади ничего не было, да? По-моему, да. Последний дом у нас остался, и все, и мы с вами идем. Так, это мы, ладно, сохраним. Тоже. Вот еще одна будка у нас. Чё-то я не пойму, вроде я это все тут заборы ставил, а у меня опять раздолбан. Походу я не то сохранение загрузил когда-то. Получается, у нас одна серия впустую. Но я не буду это править уже, не хочу, если честно, этим заниматься. Так, это мы сохраняем. Что это за бред? Карандаш. Странно, почему карандаш дают текстиль? Некоторые карандаши дают то ли графит, то ли еще что-то там. А некоторые вот всякую ерунду. Вот это масло тоже вот. Наверное, полупустой, поэтому одна единица. А некоторые дают аж 4 штуки масла. Так, сохраняемся. Блин, если честно, это утомляет уже. Вот. Столько тут всего разбирать. Всего всякого хлама, блин. Давай-ка вешалка. Так, тут ничего нету. Вроде все, да? Это последний наш был дом. Да? Последний же? Да, все, теперь пойдемте наш домик достраивать. Надо уже заканчивать, тоже будет серию. Давай-ка письменный стол. Сим-сим, откройся. Так, теперь давайте посмотрим. Я хочу бильярдный стол поставить. Это у нас коврик. Так, придется сейчас все коврики забрать. Нет. По-моему, у нас в хламе, да, это все есть. Разная шпилька, хлам. Где у нас ковер? Жесть.
с ковром мы это. Ну я потом поищу тогда вне серии, поставлю. Сейчас мы разместим тогда с вами. Так. Сюда вот телевизор поставим. Так, сюда мы диванчик сейчас поставим. Воу-воу-воу-воу, стоп. Так, такой не хочу, такой не хочу, не хочу. Ну-ка, покажись. Ну, вроде ничего так. Красивенько. А чё, всё, что ли, больше диванчиков нет? Ух ты. Давайте-ка вот это посмотрим. На троих, да? О, давайте в таком стиле сделаем, и всё. Мне нравится. Так, значит, сюда. Это сюда. Это сюда. Можем даже, наверное, вот так вот сейчас сделать. Это сюда. Там что-нибудь поставим сейчас. А где наш столик? Хочу я столик. Блин, не хочу я так, короче. Так. Вот так вот, полукругом. Вроде нормально, да? Теперь вопрос. Где мой стол? Вот он. Кофейный столик наш. Ну. Так. Ну, как-то вот так. Вроде да. Так, здесь комод надо сейчас поставить. Так, а ну-ка покажись, комод. Так, они, по-моему, все одинаковые, да? Полусломанный, значит, зря я все-таки там это убирал. Блин, ну если бы знал я. Что ж теперь, вот сейчас надо этот в пол там внизу сделать. Туда будем складывать все. Так, сундук, сундук. Шкаф, шкаф. Так, а мы, по-моему, сохраняли какой-то комод, да? Ну-ка, ящики, комод. Жесть, где моя все это? Тут нету мебели.
Ну и где это? Куда я сохранял тогда все это, спрашивается, блин. Просто обалдеть, блин. Сразу их разбирал, что ли? Ну пипец. Ёпарасоте. Ладно. Ну и... Сейчас построим заново, короче. Давайте это забираем, стол. Раз такое дело, блин. Уйди, не хочу. Ставим его вот так. Стул, где наш стул? Фельдеперсовый. Так. Теперь я хочу... Шкафчик. Маленький такой шкафчик. Так, картотека. Ну-ка, покажись. Вот такой я хочу шкафчик. Куда-нибудь сюда. Так вот. Можно подвинуть чуть-чуть, это тоже можно чуть-чуть подвинуть. Это тогда, наверное, развернем. Так вот. А чё он, блин, такой? Капец какой-то. Всё не по-фэншуйски как-то, блин. Так, что теперь еще? Полочка. Ну-ка, давайте полочки. Так, полочка такая, такая. Такая, в принципе, нормально, прикольно. Типа туда что-нибудь ставить. Ставим вот сюда, что ли? Давайте. Прилепим. Ну. А чё, я не могу? Понял. Ты на пол. Не хочу я такую полочку. Стенной шкаф. Давайте-ка вот так вот. Стойка для журналов. Это мы сюда вот поставим для красоты. Что у нас тут еще можно? Бильярдный стол. Вот. Вот что я хотел. Ага. Так, ну-ка, тут удобно будет играть. Вроде бы да. Чуть-чуть. Так. Что еще? Так, кофейный столик. Вот это прикольный, да, смотрите, смотрите-ка. Вот его может поставить. Это кухонный стол. А, тот пускай стоит. Мини-бар. Так, мини-бар. Где у нас тут? Стол, стол.
Вообще, как бы, я думаю, лучше бы нам тут поставить стол для стулья. Так, что у нас вообще вот тут будет? Так, стол. Ну тут куча столов, если честно, так-то интересненьких. А мы можем... Ага, я знаю, что я сделал. Я вот этот стол поставлю здесь в уголке. Сейчас. Ну-ка, столик. Железо не хочу, я такой железо. Вот так вот. А на него поставим радио. А на него сейчас радио поставим. Где у нас тут радио? Так, ванна. Так, ванна. Диван. Подставка для статуи. Во-во-во-во-во. Вот это вот надо вот подставку для статуэток. Лучше туда поставить. Хотя нет, пускай все смотрят. И завидуют. Шкаф. Надо шкаф еще поставить сейчас. Так, барную стойку вниз поставим. Так вот. Раз. И два. Красота. А здесь мы поставим стулья, которые, блин, к сожалению, я не сохранил. Четыре штуки надо расставить. Раз. Два. Придется два еще сделать. Где у нас тут стулья, стулья, стулья? Вот они, по-моему, да? Воу, воу, воу. Туда. Легче. Вот так вот. Так, мини-бар. Ящики, ящики. Шкафы. Где шкафы? Полки, шкафы. Книжный шкаф. Книжный шкаф у нас будет стоять вот там. Опа, что там такое было? Так, на этот телевизор. Тоже телевизор. Унитаз теперь надо с этим. У нас там, на первом этаже. У нас на первом этаже. Значит, здесь унитаз. Ванна. Здесь. Вот так вот. Ну а здесь у нас и нет этого зеркала, так что печаль, 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 печаль. Ну я не знаю, поставим вот этот вот пуфик, пускай присаживаются тут
заходит, когда, допустим, снимают там одежду. Кстати, где тут вешалка какая-нибудь есть? Вешалка. Блин, стоп, стоп, стоп. Вешалка, вешалка. Стенной шкаф, стенной шкаф. Давайте стенной шкаф тут. Так, это что у нас? Тоже забрать надо. Куда-нибудь поставить. Пускай тут стоит. Так, это разобрали мы. Что теперь я еще хотел? Я где-то видел приколюшки всякие. Давайте-ка посмотрим в украшениях. Так, ковры. Ох ты, вот они где, ёлки-моталки. Красота-то какая. Давайте-ка. Так, сюда не подходит. Тогда мы, наверное... Стоп. Флаг не хочу. О, давайте-ка мы чучело поставим. Чучело. Здесь вот. Так. Это что у нас? Череп брамина. Нет, у нас мясо рад оленя. Ага, значит, надо найти. Все, понял. Так, теперь здесь картины. Вот это вот мы повесим картину. Это прям над барной стойкой где-нибудь. Так, это что у нас такое? В принципе, везде тут можно поставить картины. О, котятки. А это что? Эй, повернись. Ну. Ты ёп. Так. Так. Пускай животные будут. А чё мне не хватает? Так, а это что у нас тут? Нет, это я не хочу. А это что у меня? Ну ё, нет, тоже не хочу. Вот это вот, в принципе, красивое. О, вот это хочу. Давайте-ка вот сюда вот. Так. Что у меня ещё тут? Ну... Нет, нет. О, песик. Это вот, вот сюда вот я поставлю. Так вот. Это вот так. Ладно, шучу. Так, ладно. Корабль. Корабль еще такой вот есть. Вот сюда вот. Когда поднимаешься. Что еще тут? Маяк. Маяк такой, маяк такой. Вот такой хочу. Повешу я его в своей комнате. Здесь вот. А, здесь полка, блин. Да, вот здесь вот. Что еще у нас тут есть? Такой маяк. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Давайте горы. Я, по-моему, нигде же не вешал. Так.
Здесь повесим картину. Блин, обои бы еще. Было бы классно. Так, это что у нас такое? Вывески. Ну, смокин, электрикал, трам-прам-прам. Нафиг не надо. Так, баскетбольное кольцо. Давайте-ка. Так вот. Я не знаю какого. Высоко оно, по-моему. Да, вот так вот. Это едатрон. Да это нафиг не надо. Флаги только американские не хочу. Разные. Так, это что такое? Автомат по продаже сигарет. Ты... Ну ладно, давайте-ка. Пускай у нас просто так подходят гости, забирают сигареты. Так, куда бы его поставить? Давайте вот сюда куда-нибудь поставим. Блин, куда бы его поставить? Сюда, что ли? Что у нас еще есть? Вот, баскетбольное кольцо. Но это площадку давайте-ка потом сделаем. Вывеска. Морозильник. Мусорку надо обязательно куда-нибудь поставить. Ну так, чисто ради прикола. Давай сюда поставим. Ну... Так. Ух ты, я опыт получил. Пепельница. Так, давайте-ка пепельницу поставим, наверное. Ну, вот сюда вот. Радио. Урну для мусора. Урну для мусора здесь пускай будет. Для мусора здесь и здесь. Пепельницу мы поставим еще также здесь. Не, или вот здесь. Так, ух, пошел я в разнос. Музыкальный автомат давайте-ка поставим мы тогда здесь. А теперь давайте по электричеству все это проведем. Тебе же надо электричество, да? По-любому, по-моему, надо. Так, ну-ка. Да, необходимо два электричества. Сейчас сделаем. Поставим мы генератор. Так, что нам надо? 3 и 5. Давайте-ка вот этот ставить. Так. Теперь нам необходимы соединители и переключатели. Опорная лампа. Так, на здание сразу вешаем. И теперь отсюда провод сюда. Только я вот не хочу, конечно, здесь, чтобы стоял. И вот все, что в доме, вся электрика у нас заработала. Блин, рядом с собачкой что-то как-то неохота. Вот эта собачка вот сюда вот пересели. Эй-эй-эй-эй. Что еще я хочу сделать? Хочу лампочки. Во! Вот это по-любому мы сделаем. Типа танцпол.
А чё ты? Не понял я. До этого у меня крутилось. Почему не крутишься? Стоп. Я не понял. Во-первых, я поставлю сейчас еще лампочку. Необходимо электричество. Электричество. Электричество же у нас есть. Жесть, да ну нафиг вас. На каждую стену, что ли, надо мне проводить это все? Да вы издеваетесь. Ну, то ладно, как бы. Не вопрос. Давайте-ка. Вот это. Куда ты можешь перенестись? Сюда. Отсюда. 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 Да почему нельзя? Если я поставлю наверх. Если я вот это, стоп, если я, блин, вот так вот поставлю, это я поставлю сюда, так, это у меня здесь. Ура! У нас в доме свет. Так, теперь давайте-ка посмотрим телек. Не-не-не-не, не хочу. Ха-ха-ха-ха-ха! Клёво. Так, что еще у нас требует? Электричество. Лампочки, надо лампочки еще. Так. Пойдемте поставим еще лампочки на балкончике. Интересно, они тут будут же работать? Здесь вот, если поставить. По идее, да. Так, 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 так. Угу. Так. Итак. А теперь вопрос. Почему у меня... Давайте еще одну построим. Такую же здесь. Отсюда мы проведем. А, туда нельзя что? Можно. И отсюда мы проведем
Вот сюда. Ну. 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 Так, ладно. Я там что-то застрял. Сейчас я... Как-то понятно. Ёптель-моптель. Ладно. Тогда мы сделаем так. Мы еще одну вот эту фигню тут поставим. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Отсюда. Сюда, вот сюда. Жесть. Нет, жесть какая-то. Я так не хочу с проводами жить. Если мы вот так вот повыше поставим. Так. А если я поставлю вообще вот так вот? Вау, 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 вау. Так. Где-нибудь. Не хочешь? Блин, какое же неудобство, а? Какое это все-таки неудобство строительству, блин, 2 часа времени и все впустую. А, отсюда, вот сюда, тоже не хочешь, да? Так, ладно, где у нас тут? А если я вот так вот поставлю? И оттуда проведу электричество сюда. Оттуда я сказал. Я сказал оттуда. Проведу электричество. Вот сюда. Не хочешь, да? Оттуда тогда. Сюда. И оттуда. Вот сейчас пойдемте-ка туда теперь. Вот это вот, если я, интересно, удалю. А отсюда проведу сюда. А вот это вот я... А как мне вот это удалить? Так... Хочу я прикреплять. Придется так, я не знаю, ребят. Придется как-то так вот. Я просто хотел вот здесь вот еще одну релюшечку поставить. Так вот как-то. Да. Отсюда провести сюда. Блин.
Фигово. Что могу сказать? Фигово. Вот так вот, если. Сюда. Опа. Сюда. И отсюда. Вот сюда. А вот это вот хочу удалить. Хочу сказал удалить. Козлы, блин. Ладно. Нафиг идите тогда. Ну, в общем, пускай так тогда, ребят. Я не знаю. Я подумаю потом, как все это можно удалить. Вау. В общем, вот такой вот у нас с вами небольшой домик получился. Я думаю, такой домик так долго делали мы, достоин лайков. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующих серий.